Петропавловске рассматривают заявление журналистов о возбуждении уголовного дела о воспрепятствовании работе съемочной группы службы безопасности крупного ТРЦ. Напомню, конфликт инициировала охрана торгового дома, которая посчитала работу сотрудников республиканского телеканала в общественном месте неправомерной. Не желая слышать о статьях закона, которые предусматривают свободную съемку в публичных местах, и ссылаясь на свои правила в торговом доме, служба безопасности применила силу и буквально выставила журналистов за пределы торгового павильона. Мы сейчас ждем решения прокуратуры и официальных комментариев от ДВД. Мы ничего неправомерно не делали, мы просто выполняли свою работу. Несколько раз объясняли им, что если вы какие-то сейчас предпримете, мы защищены законом о СМИ, защищены 158 статьей закона, которая гласит о воспрепятствовании журналистской деятельности прямой. Ну, они говорили, что это наша работа, все, убирайтесь отсюда, и просто нас выкинули оттуда. Хорошо, не пострадала техника, я как мог защищал ее, немножко тут отлетело, выяснено, собрали,